Пошли через за дверь. Да. И что, ничего нет. Что, погнали? Иди сюда, Лёнь. Заходи. Зацени, да, тело? А ну сейчас. Просто ищи комнату. Тут что-то горело, смотри. Здание горело. Возьми булочку. Нахуй я вам дал, сказал. Вот он прессованный. С кирпичом. Это походу это душ был в ванна. Да, душевая. Сука, бля, за эти съемки ебаные, я нахуй должен убрать. Мне ради интереса, блядь. Поебать, блядь. Ну видишь, крыша вроде потолок такой себе. Ну, вроде держится. Люк, смотри. Что, пройдемся? Да ты погнала уже на быт. Ага. Съемщик, кстати. Ух, аккуратно ходи. Ты видишь, тут аналогично душевая, на каждом этаже одинаково. Тут никого нет. Ну давай отсюда, только аккуратно, чтобы не спалиться. То мало ли охраняется. Вон впереди часть военная, вроде бы как. И справа тоже. Вот там и вот там. Пецкина. Тут лестница должна быть. Слышишь, надо попробовать залезть на нее. Как ты думаешь? Стоит. Жека, по-любому стоит. А мы надо было, может, туда исходим, на ту лестницу. А? Вон еще дырка стоит, блин. А? Вот еще дырка. Вот на ногу встанет и все. Не, нормально. Блин, опасно держится, тут не отвечаю. Так, ребятки, тут особо ничего интересного нет. Но сюда мечталось залезть сюда. На видосик, конечно, нормальный. Ничего интересного нет. Обычный развалин.
Что, нормально? Я до конца дошел. Что, записал? А? Да не, прикольно. Ну тут такое все. Ну сейчас на видео глянешь. Я хотел на черепицу залезть, но она походу обвалится. Ебать, она такая крыса ползает, пизда. А я ее на видео я покажу. Я так ее видел, такой хвост, как, блядь. Не знаю, что она, как змея открыла. Стрель, блядь. Вот так херня шатается. Это стрёмная лестница. Ну там, видишь, оно туда, такое здание, одно и то же. Так что? Для прикола сходим. Вот тут надо бой будет играть, да, я так не выкину. Видишь, тут более-менее чисто. Пошли нахуй. Давай отсюда. Да нет, идем через дверь. Да давай сюда выпрыгнем. Подвал слева. Чтоб не так палиться сильно. Ну давай, что там? Что, туда еще кот есть? Да. Где глянь? Я себе. Где глянь? Да не боись. Да, пацаны, это, наверное, самое сыкотное место, куда я мог залезть сегодня. Жестко. Не, ну нахер, тут не полезло. Что там? Там, я не знаю, там как комнатки такие маленькие, понял?